Привет! Сегодняшняя фиговина посвящена лучшей портативной аудиосистеме для ноутбуков от JBL. Она вышла 2 года назад. Я о ней когда-то писал в голубятне. Была, по-моему, половина голубятни посвящена вот этой потрясающей колонке. Она была у меня черная, и я ее в Индии подарил. Но представьте себе, когда вернулся, думаю, надо как-то компенсировать. Пошел, рыпнулся, поискал. Ничего за 2 года лучше не появилось. Ничего. Как была вот эта модель JBL On Tour XT, называется. Так лучше, так и осталось лучше. По качеству я вам сейчас продемонстрирую, как она играет, потому что в бумажной голубятне невозможно услышать звук. А вот вы сейчас услышите и поймете, почему я так захожусь в экстазе. Есть модель колонки с Bluetooth. Но у нас она почему-то не продается нигде вообще. И вообще ее нигде не видел. А вот это есть. Вот, посмотрите. Это мой... Играет Z11 Sony, играет Julian Assasa, жутко, на мой взгляд, по звуку. Ну, неважно. Теперь мы подсоединяем. Да, она работает от 4 батареек. Повернул, воткнул и в поле. В поле слушать музыку, пить пиво с друзьями и кушать раков. Так, ну, мы не будем тратить батарейку. Включили, где-то у меня валялось... Пульт. Вот такой вот класснейший дистанционный пульт. Удобный. Соединяем с ноутбуком. И запускаемся. Ба-бам. Вот такая маленькая писюля, играет такой звук. Невероятно. Легко можно устаивать на природе. Еще не предел. Такой низ. Аж. Look at the sky, mama. But now we're running on her. Такой потрясающий звук. То есть все бегут и покупают JBL, лучше ничего нет. И стоит что-то пристойное, в районе 3000. Инфляция рубля на ней не сказалась. Все.